Всем привет! А знаете, даже забавно, есть такие троллисов-кадрочеры, как бы вам объяснить популярнее. В общем, когда ты в любом сообществе, там либо в зачастую в Ютубе просишь помощи у людей или там обращаешься с каким-то вопросом, найдутся люди, которые ответят, помогут. Кто-то что-то дельное подскажет. Ну и найдутся такие, которые, не зная человека, начинают сразу обсирать почему-то. Ну вот нравится им так, таким троллям, салкодрочерам. И вот ты заходишь к этому человеку на страницу, думаешь, ну блин, может у него есть какие-то основания, да, он там что-то может быть знает в той теме, в которой ты попросил помощи. Вот. И вся его страница усеяна, блин, совковыми разными, как бы это сказать, воспоминаниями из прошлого. То есть когда-то ему было очень хорошо, когда была колбаса по 2,20. Вот. И он, наверное, это хочет вернуть. Я не знаю, чего он добивается. Когда там начинает обсирать людей, обзывать. Вместо того, чтобы просто подсказать, если он это может сделать, почему бы этого не сделать. Вот. Ну и начинается вот это вот выливание помоев, там типа зайдите к этому товарищу на страницу, вот, поржать там, еще там что-то. Ну смешно просто, как детский сад, блин. И главное, что он уверен в том, что колбаса по 2,20 была вкуснее. Он уверен в том, что, блин, тогда было лучше, когда за него думали, когда за него принимали решения, когда он был маленький, когда ему было хорошо. Возможно, конечно, я не спорю. Вот. Но тем не менее, он же не ходит в льняной рубашке, там, допустим, без мобильного телефона, блин. Пользуется какими-то гаджетами, там, фитнес-браслетами теми же самыми, там, еще чем-то. Вот. Не живет же он там в хате мазанки какой-нибудь, блин. Хотя, может быть, и живет. А зачастую они и обитают в таких малоприглядных хибарках, скажем так. Вот. Очень сильно веселят эти люди. На них, конечно, можно не обращать внимания, но это очень смешно, когда такой человек пытается тебя чему-то научить, вот, не разбираясь в каких-то темах, начинает просто там, лишь бы его заметили, что-нибудь сделать. В общем, смешно, конечно, очень смешно, ну и печально, потому что они до сих пор хотят вернуть Советский Союз. Просто никто в этот Советский Союз уже обратно вернуться не хочет. Просто не хочет. Все, кто хотели, они уже давно мертвы. К сожалению. От старости, скажем так. Вот. Слишком быстро постарели. Но у человека, играющего детство в одном месте, совсем другие представления. И он думает, что, ну, если там один человек попросил помощи, может быть, кто-то зайдет там на эту страницу, посмотрит и там скажет, ну, спасибо, я теперь тоже там воспользуюсь вашим советом. Нет, нужно же взять и просто пообсирать там, написать кучу всякого говна, вылить ушат помоев на тебя. Вот, ну, смешно. Дай бог им здоровья крепкого и хорошего, дожить до того счастливого момента, когда они осознают всем своим крошечным маленьким мозгом, что совка уже не будет, что действительно можно было кому-то помочь, написать какой-то комментарий нормальный, а не то, что они обычно зачастую делают. В общем, как-то так. Не уподобляйтесь им. Если вам есть что сказать по делу, скажите. Если нечего, ну, можно просто пройти мимо. Интернет — это не помойка. Надо сделать его намного чище. Надо сделать так, чтобы тебе помогли. Человек зашел, прочитал, себе нашел какую-то помощь, какую-то подсказку. Вот для чего интернет, а не для того, чтобы продвигать свои идеи какие-то там иллюзорные, скажем так. Хотеть того, чего никогда в жизни уже не будет. И слава Богу.
В общем, как-то так.